Все, уже посижу. Подожди. Что там? Там написано, Рима? Ладно. Очень хорошо. Дима, представься. Это я. Всем привет. Большой красный помидор там. Нет. Слева. Мы будем крутить камеру. Камера сама сможет это сделать. Ты главное не уходи из диапазона. Из диапазона чего? Из диапазона ее видимости. Очень жарко тут. Края, вот та деревянная штука и края на доске. Вот та деревянная штука вот здесь? Да, ты вышел. Вот, поскольку у нас был достаточно большой перерыв, надо дополниться. Я бы начал медленно, постепенно. Можно чуть приблизить. И начал бы я сначала с overview того, что было ранее. Может быть, у кого-нибудь во время этого даже возникнет какой-нибудь вопрос, я смогу на него ответить. Основные топики, которые мы осветили. Как осветили? Прошли. Осветили. Так. Классическая гамильтоновая механика. Квантовая наблюдаемая, представление и симметрия, и как пример спин, как представление двойного покрытия СО3. И некое небольшое введение квантовой теории поля. Вот. Если у кого-нибудь какие-нибудь воспоминания в связи с этими словами есть, это очень хорошо. Теперь мы немножко опустимся вниз, говорим о чуть-чуть более приземленных вещах. Не очень хорошо пишет маркер, да? Вроде там видно все. Ты видишь? Нет, там видно. Я вижу, не видно. Ну, вроде. Ну, потом можно обработать камеру. Сегодня я бы хотел поговорить о некоторых. Но опять же, поскольку был достаточно большой перерыв, я не хочу сразу начинать быстро идти. Поэтому мы сегодня так, чуть-чуть по поверхности раскочим всякие примитивные методы типа хард-рефок и того, что для него нужно. Вот. Попытаемся рассмотреть, во-первых, что такое адиабатическое приближение. И в варианте, собственно, приближения к горному Оппенгеймеру. Посмотрим на сепарабельное состояние в фокусном пространстве. И на операторы, действующие на эти сепарабельные пространства в виде, это называется, правила Слеттера-Кондона. Ну и, собственно, метод хард-рефока. И некоторое приложение. Ну, практически измышления на эту тему. Ну, собственно,
краткий план, глубоко в формализм я сегодня не хочу залезать, поэтому мы так по поверхности пройдемся. И все. Какие слова вот те, которые красным написаны, знакомы? Ну, первый сад даже. Хорошо. Это какого-нибудь дополнительного обсуждения требует? Ну, это будет очень долго. Ну, да еще попробуйте задать. Мы уже обсуждали про долго и бессмысленно. Я тут читал Фейнмана как-то про то, как он в Бразилию съездил. Там рассказывал, что, ну, это где-то, наверное, 50-е годы, в Бразилии там студенты учатся таким образом, что они просто выучивают наизусть, а потом им задают те вопросы, на которые они выучили наизусть, и они работают как примитивная экспертная система. И когда Фейнман, собственно, пытался выяснить, почему так происходит, там вскрылось несколько слоев, но одна из причин, по которой так происходит, это то, что студенты реально думают, что они таким образом учатся, а вопросы они не задают просто потому, что боятся отнять время ценнейшей лекции, вот, и что их все за это потом будут ненавидеть. Поэтому этот consideration про то, что это займет много времени, мне не очень нравится, но раз нет, так нет. Что происходит? Ну, я про покрытие не очень... Я, по-моему, пропустил просто эту лекцию, поэтому... Ну, то есть, это моя... Ну, кратко, смысл примерно следующий. Мы ищем какое-нибудь проективное представление сутри. Поскольку представление сутри мы ищем проективное, вполне с точностью до фазы. То есть у нас есть некоторая волновая функция, некоторое состояние. Мы хотим на нее действовать элементами представления СО3. Да? То есть у нас есть какой-то элемент из СО3, поворот. Есть некоторое представление, которое из СО3 делает нам некую подгруппу автоморфизмов нашего гипертового пространства, в котором существует состояние. И мы рассматриваем действие вот этого ро от элемента на фин. Пытаемся понять, вот как вот это ро устроено, классифицировать эти ро. Алгебра Ли, которую этот ро индексирует, будет как раз оператором спина. Ну, генератор алгебры Ли, элементы базисной алгебры Ли, будут оператором спина. Соответственно, поскольку у нас представление проективно, то если у нас есть такие R1 и R2, что они равны единичному элементу, ро от R1 на ро от наоборот. Ну, это тоже, конечно, на фи. Оно не обязано равняться фи. С точностью до фазы? Оно обязано равняться фи только с точностью до фазы. Вот. И эти фазы, которые могут мелькать, они связаны с фундаментальной группой СО3. То есть, чтобы представление перестало быть проективным, с проективными представлениями очень удобно работать. Мы хотим из SO3 подняться туда, где у нас вот такого быть не может. То есть такое возможно только когда есть нетривиальный цикл. Ну, когда мы не можем стянуть контур преобразований единичным, когда они гомотопически не эквивалентны. Оказывается, что SO2 накрывают SO3. И операторы спина, это как раз, и при этом SO2 является тривиальным, гомотопическим, фундаментальная группа тривиальная. Из-за этого
оно является универсальным накрытием, и любое проективное представление группы особого будет также обычным представлением. Это как раз то, что нам нужно. То есть, если теперь мы рассматриваем какой-нибудь Рош-3, который представляет SU2 таким образом, что если мы из SU3 сначала поднимемся в эту SU2 и потом спустимся, то это не пространство, то есть что-то поднятие. Ну, то есть... У нас есть накрытие, то есть у нас есть некое пространство SU3. Есть некое пространство SU2. Существует непрерывное отображение, проецирующее. Ну, например, то есть, ну, на самом деле аксиом, который накрытие должно удовлетворять больше, оно должно локально выглядеть как расслоение. Но идея следующая. Если у тебя есть окружность, есть линия. Линия накрывает окружность. Более того, она является универсальным накрытием этой окружности. Если ты возьмешь здесь точку, ты сможешь построить такое отображение непрерывно, что если ты эту точку будешь таскать по окружности, ты будешь как-то двигаться по линии. При этом этой точке соответствует не единственная точка на линии. Да? То есть ты тащишь эту точку по окружности, а здесь она двигается, двигается, двигается. И так далее. Если ты ее тащишь назад, то она двигается назад. При этом, опять же, можно видеть, что фундаментальная группа на этой окружности не тривиальна. Фактически Z. А фундаментальная группа прямой тривиальна, у нее нет стягиваемых контуров. То же самое происходит с SU2 и SU3, за исключением того, что это трехмерное многообразие. Это не очень удобно представлять на доске. Вот. То есть у нас есть SU3, есть подъем в SU2 в какой-нибудь элемент. То есть мы подняться можем не единственным образом. Ну и отсюда мы приходим, опять же, в ту же группу автоморфизмов, но поскольку это уже не проективное представление обычное, то с ним все хорошо. Мы дифференцируем, находим непереводимое представление и получаем оператор спина. И из-за этого, потом, когда мы спускаемся обратно, мы видим, что вот этот фактор может быть равен минус единице, если мы совершаем полный оборот вокруг особи. Ну, а нетривиальность фундаментальной группы SU3, она вообще элементарно показывается просто за счет операций с веревками и чем-нибудь еще. Ну, всем понятно, почему SU3 имеет нетривиальный цикл. Ну вот. Или все здесь по фазу множителя, нет? Нет. В SU3 никакого фазового множителя нет. Просто группа вращения. Ну, как мы можем представить SU3? Что? Ты же рисовал тоже. Шарик внутри с веревочками. Шарик внутри с веревочками — это такой удобный эксперимент, который можно провести вручную. И он очень наглядный. Ну, то есть, если вы возьмете какую-нибудь фигню стационарную большую и возьмете какую-нибудь фигню поменьше и привяжете большую фигню к фигне поменьше набором веревок и повернете эту фигню поменьше на 360 градусов, веревки запутаются и их распутать не будет возможности без того, чтобы повернуть что-то еще один раз. Но если в том же направлении повернуть еще на 360 градусов, то, несмотря на то, что эти веревки делают еще один дополнительный оборот, мы их можем перекинуть, они распутываются. Вот это именно та ситуация. То есть это то же самое, что со спиной происходит. Мы делаем полный оборот, у нас появляется фазовый множитель, делаем еще один полный оборот в ту же сторону, фазовый множитель исчезает. Ну а так, не геометрически, можно вот такую штуку посмотреть. Представим себе SO3 таким образом. Возьмем трехмерное пространство, афинное, ну даже не афинное, чисто евклидовое.
нулевой элемент группы SO3 поставим в нулевую точку. Дальше будем откладывать оси вращения. То есть, если мы вращаем вокруг этой оси, то мы строим вектор, который направлен туда, вдоль этой оси, и при этом имеет длину такую, как угол поворота. Довольно очевидно, что поворот на π в одну сторону и поворот на π в другую сторону эквивалентны. Поэтому вот эта точка, где-то там, и вот эта точка, это одна и та же точка. То есть мы у этой окружности отождествляем противоположные точки. И теперь нетривиальное вращение, которое произошло на 360 градусов, это как раз просто вот такой вот контур, который торчит. Оттуда как-то проходит и куда-то вот сюда вот присоединяется. Ну, то есть это вот к задней стенке окружности присоединяем, этот к передней. Поскольку эти точки эквивалентны, то это цикл. Ну, я не могу изобразить трехмерную окружность склеенную самой с собой на доске. Поэтому мне приходится просто задать эквивалентность. Вот. И этот цикл никак нельзя стянуть. Потому что если мы двигаем эту точку, то та тоже двигается, потому что это одна и та же точка. Но если мы... Давайте лучше... это... изображать на плоскости. Плоскость, к сожалению, не соответствует никакой группе вращения, но она... очевидно. То есть мы отождествляем вот эту штуку и вот эту штуку. То есть мы говорим, что вот эта точка это одна и та же точка, вот эта точка это тоже одна и та же точка, вот эта тоже одна и та же точка и так далее. То есть мы можем процесс склейки начать в трехмерном пространстве. Мы можем поднять, приклеить эти две штуки, приклеить эти две штуки, приклеивать, но потом мы не сможем закончить, к сожалению, потому что эта штука не вкладывается в трехмерное пространство. Она вкладывается в четырехмерное пространство, но с его изображением тоже проблема. Вот, теперь если мы посмотрим внимательно, то тут тоже существует, это вообще называется проективной плоскостью. Такая фигура. Здесь тоже существует нетривиальный контур. То есть вот этот контур, скажем, вот этот контур мы можем стянуть в точку, взять и стянуть. Вот этот контур мы не можем стянуть в точку, потому что если мы попытаемся, нам для этого нужно вот эту штуку поднести к этой, а мы не можем, потому что когда мы двигаем это в какую-то сторону, это движется противоположно, мы под другой убегаем. Но если мы сделаем еще один оборот, то есть мы прошли сюда, вышли отсюда, и вот так прошли, то есть это один контур, то его мы сможем запросто стянуть, потому что мы сможем привести вот эту точку к этой точке, они независимы. То есть это, естественно, тоже принесется сюда. Ну а дальше вытянем просто этот кусок. И стянуть. То есть вот такое вот интересное пространство, в котором мы, если один раз прошли, мы запутались, но если мы еще один раз туда же прошли, мы распутались. И SO3 выглядит в точности так же. Если мы повернулись один раз на 360 градусов, мы запутались, еще раз в ту же сторону на 360 градусов, мы распутались. Поднимаемся в универсальное накрытие. Универсальное накрытие – это такое накрытие, у которого нет вот такой фигуры, у которого фундаментальная группа тривиальна. А алгебра универсального накрытия – это как раз операторы спина. Вот так вот спина будет появляться. Mm-hmm.
Еще? Я думаю, все можно. Окей. Значит, какую задачу мы вообще пытаемся решать глобально, по крайней мере, до некоторого времени? Такую очень низкоэнергетическую химическую задачу, когда у нас есть набор тяжелых частиц очень, с разными зарядами по ядрам, и набор очень легких частиц, которые как-то взаимодействуют с этими ядрами. Взаимодействие, которое мы рассматриваем, они исключительно электромагнитные. Ничего другого мы здесь не рассматриваем. При этом мы в основном, не всегда, конечно, но почти всегда, рассматриваем нерелятивистский предел. То есть операторы энергии, которые мы рассматриваем, это просто лапласианное трехмерное пространство. То есть наша энергия — это... просто по квадратному ламу. Потому что соответственно, мы можем записать некий гамильтониан общий, который, в общем-то, практически ко всем таким системам применим. На самом деле мы не всегда будем рассматривать нерелятивистское приближение. Релятивистские поправки тоже иногда приходится учитывать. Гамильтониан, который мы рассматриваем. Так, во-первых, какое у нас гильбертово пространство, в котором мы работаем? Гильбертово пространство наше, в котором мы работаем, это некая странная вещь. Но мы можем пытаться построить как пространство Фока. Таким образом, во-первых, у нас есть набор электронных состояний. У нас есть первое электронное состояние, некое, второе, третье, четвертое, пятое, шестое. Мы можем взять любой базис, который нам нравится. Мы можем взять импульсный базис, мы можем взять координатный базис и так далее. Поскольку у нас электронов много, то мы рассматриваем эту часть, электронную часть пространства Фока. Мы берем вакуумное состояние, в котором электронов нет. Берем состояние с одним электроном. Вот так вот назовем его. Потом берем состояние с двумя эквивалентными электронами, причем электроны — это фермионы. У нас пока это не волнует. То есть это просто Е тазерно на Е. Да, и так далее, и так далее, и так далее. Число заполнения растет, 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 растет и так далее. До бесконечности. У нас во всем этом пространстве Фока в химии или в твердом теле обычно, ну, то есть в твердом теле в конденсированном состоянии нет, но пока мы с химией начинаем, в химии нас обычно всегда интересует состояние с определенным числом электронов. Поэтому все остальное под пространство этого большого фокусского пространства мы можем выкинуть и ограничиться исключительно случаем тензорного произведения для одноэлектронных пространств. То есть это тензорное щелное. Это не просто тензорное произведение, это на самом деле его антисимметричная часть, потому что нас интересует фермионное состояние. Ну, тут тоже нужно к каждой штуке такое написать. Они при перестановке должны менять знак. Теорема связи спина и статистики. Вот, то есть мы ограничиваемся таким вот пространством, пространством Фока, у которого этих штук некое фиксированное число. Число, которое нас интересует. То есть если мы знаем, что молекула состоит из двух атомов водорода, то это число 2.
Там два электрона. Это электронное начальство. Это электронная часть гибертового пространства. Есть еще атомная часть гибертового пространства, но ее не очень удобно представлять в виде пространства Фока обычно. Мы ее представим просто как координатную волновую функцию, например. Почему бы и нет? А? То есть мы атомная часть пространства Фока, это просто пространство всех два интегрированных функций, три переменных, где n это число атомов. Вот так. И итоговое гибертовое пространство это просто тензорное произведение вот этой штуки на эту штуку. Вот его мы рассматриваем, то есть мы в нем работаем. Прием еще ядра считается успокоящимися. Время тоже есть там. Ну, то есть координаты зависят от времени, то, что ты говоришь, трем координат. Я говорю про гибертовое пространство в теории пока. Здесь мы дифференцируем по этому вектору и по всему смеру. Это кинетическая ядерная часть. Что у нас есть еще? Еще у нас есть кинетическая электронная часть. Поскольку раз уж мы тут написали пространство Фока, то кинетическая электронная часть это просто назовем это К еита А окрест ита ита ж. Давайте лучше жить так значит. Ну, просто стандартный оператор. Стандартный одночастичный оператор в фоковском представлении. Плюс у нас есть электронный кулоновский потенциал. Назовем его С. Ита жита. А ита жита. А крест. Жита. А крест ита. Даже бои не работают. Есть еще электронное ядерное взаимодействие. С ними немножко сложнее, потому что мы тут в разных базисах работаем. Но фактически это будет координатно, то есть мы переходим в координатное представление и мы первое вместе с этой границей. То есть это будет сумма по всем электронам. Давайте здесь напишем, что это ядерная сумма. Черная сумма, это ядерная сумма, это электронная сумма.
здесь мы суммируем по всем электронам, суммируем по всем ядрам. И делаем следующее. Мы проецируем электронное состояние на координатное электронное состояние. X и Y. И интегрируем единицы на это минус y и это y это электронная координата на y это весь наш математик. Что-нибудь непонятно? Что такое множитель во второй сумме k, e, z, t? Это, собственно, кинетическая энергия электрона в жидком состоянии. А вот на самом деле, я помню, мы вот всегда учили по большим понятиям, под всем все учили ТТ. Чем? Всегда писали кинетическую энергию, вообще все эти представления были как и у электронов, так и у ионов одинаково. Но ты можешь прийти, ничто не запрещает тебе это сделать. Так привычно. Ну, так мне неудобно. Но принцип подход такой. То есть мы используем такое представление для ядерных координат, потому что мы сейчас применим приближение Борна-Оппенгеймера и уберем эту штуку. Вот. И у нас останется только вот удобное такое фоковское пространство, хорошее, в котором мы будем жить. Вот, а что это за какие-то, где еще и бравиетка? И это координатное состояние, которое является, ну то есть это проекция итого элемента фоковского пространства на координатное представление. Ну, здесь может быть вообще все, то есть здесь эти вектора вообще какие-то непонятные могут быть, да? А здесь нам хочется свернуть по координатам. И время, почему это мы вставляем сюда единичный элемент. А что это такое? Мы проецируем и получаем то, что хотим. Ну, да, не совсем в порядок. Естественно, мы сюда должны. Вот это вот. А это уже. Так. Теперь давайте отделим отсюда лишнее временно. Давайте сначала рассмотрим этот континент в виде суммы. В виде суммы электронного гаметиниана и, соответственно, ядерного гаметиниана. Все остальное мы оставляем в ошке. Теперь мы можем сделать следующее. Ошке
на самом деле это оператор все равно действующий на полное фокусовое пространство. Мы не можем его редуцировать просто так, потому что у нас здесь вот есть такой член, который зависит одновременно и от электронных волновых функций, и от ядерных волновых функций. Но мы можем сделать следующее. Мы можем представить себе просто так временно, что у нас нет ядерной волновой функции, а есть просто некая параметрическая зависимость. То есть что это электронное состояние, это просто некая функция от x-итах. Ну, то есть этот вектор в половинке фокусового пространства электронного и зависит он от x-итов. После чего мы можем найти собственную систему HE в спектре. Назовем ее вот таким вот образом. Поскольку прошу. Поскольку HE хороший, это базис. Ну, то есть система собственных векторов, которую мы получаем таким образом. Это базис. Полный. Благодаря тому, что это базис, мы теперь по этому базису можем разложить полную пространство, которая существует в полном фокусном пространстве. То есть наш... Я забыл, какую аннотацию использовал. Давайте использовать для этого пси большое. Это сумма вот этих штук. Эти штуки будут зависеть от x-ит, потому что x-ит это то, от чего он параметрически зависит. И на какие-то коэффициенты, которые делают из этого полную волновую функцию. Эти коэффициенты будут браться из, ну, тензор, ну, то есть реально здесь тензорное произведение, но если мы координатное представление используем, то это будет просто произведение. Коэффициенты, на которые мы умножаем, это элементы ядерного пространства тока. Поставим вот эту штуку обратно в гамильтониан. А вот эта система, она не просто полна, она еще может быть ортонормирована. Ну, мы рассматриваем, ну то есть она ортогональна, но мы ее еще можем отнормировать. То есть мы можем утверждать, что капа и так. Вот теперь, если мы подставимся обратно в полный гамильтониан, то мы сможем свернуть, проинтегрировать, то есть домножить справа вот на эту штуку скалярную. И они когда исчезнут, мы останемся только вот с ядерными волновыми функциями. Блин, что-то я, честно говоря, не хочу этим заниматься. Не очень большая доска. Но, в общем, идея в том, что после этого мы получим некие два значительно отличающихся члена уравнения. Первый и второй.
То есть, во-первых, у нас вся система уравнений рассыпется на набор независимых систем для финитов. Вот. И, собственно, эти финиты то есть у нас получится вот такая задача на собственное значение. При этом одна часть этого оператора будет строго диагональной, а вторая часть оператора будет содержать недиагональную термо за счет вот электронно-ядерного взаимодействия. Там будет член электронно-ядерного, потом нам даст недиагональный элемент. Но при этом, если мы посмотрим на эти диагональные элементы, на эти недиагональные элементы, мы увидим, что из-за того, что ядерный уровень энергии, то есть скорость, с которой происходят ядерные процессы, и уровни энергии, с которыми происходят ядерные процессы, они совершенно несоизмеримы со спектром электронных состояний. Эти недиагональные термы очень малы, но их можно отбросить. В этом, собственно, заключается все движение Борна-Оппенгеймера. Давайте на каком-нибудь более простом примере сейчас посмотрим. Представьте себе, что у нас есть гармоничный осциллятор. Просто. То есть у нас есть некий квадратичный потенциал, и мы находим его в спектр состояния. У нас есть некое такое состояние, у нас есть некое такое состояние, ну и так далее. Вот. Теперь, если мы посмотрим на первое состояние, и посмотрим, как оно будет зависеть от времени, если этот квадратичный потенциал будет меняться, вот как раз тот случай, который у нас тут происходит, то мы увидим следующее. Если этот квадратичный потенциал меняется достаточно медленно, то, несмотря на то, что энергия основного состояния будет меняться, то есть мы, например, вот от такого потенциала пришли к такому потенциалу, у нас основное состояние станет очень высокоэнергетичным. Значительно медленно. Но если это происходило достаточно медленно, по сравнению с вот этим расстоянием между двумя уровнями, по сравнению с расстоянием между уровнями системы исхода, то мы увидим, что мы начали в основном состоянии и закончили в основном состоянии. Если потенциал будет меняться очень быстро, значительно быстрее, то мы увидим, что если мы начинаем в начальном состоянии в каком-то, быстрое изменение потенциала накачивает в систему слишком много энергии, и у нас вот это основное состояние в итоге будет сильно загрязнено высшими состояниями. То есть, когда вот это происходит очень медленно, мы говорим об адиабатическом приближении. То есть процесс настолько медленный, что он добавляет энергии только достаточно для того, чтобы основное состояние поднять. Ну или убавляет энергию, чтобы основное состояние опустить. То есть он не накачивает дополнительной энергии в систему, которая бы привела к возбуждению верхнего состояния. Здесь то же самое. Если у нас ядерные потенциалы меняются очень медленно, ядерные волновые функции, то мы можем рассматривать их просто как некий фон, на котором у нас адиабатически меняется электронная волновая функция. То есть если у нас происходят какие-то колебания, например, молекулярные, то потенциал ядер, который колеблется с этой частотой, поскольку ядра колеблются с такой частотой, то колебания этого потенциала адиабатичны для электронов. То есть, естественно, волновая функция электронов меняется, при этом состояние электронов меняется, но оно всегда ground, то есть они не возбуждаются из-за этих колебаний. Благодаря
этому мы теперь можем полностью абстрагироваться от второй части уравнения и рассматривать только вот электронный моментумен, который, когда мы разбивали электронную часть, ядерную часть, это ядерная часть была кинетической энергией, плюс ядерным колоновским потенциалом. Мы остаемся только с вот этой частью и считаем, что она параметрически зависит от координат ядра. То есть мы редуцируем наш моментумян до следующего. Это кинетические термины электроны. Я их назвал, по-моему, КЕ. Плюс кулоновские электронные термины. Ядерного взаимодействия. Теперь давайте представим себе, что, во-первых, чем характеризуется граунд-стейт система? Ну, то есть основное состояние системы. Почему называется основным? Ну, низшую энергию из всех возможных. Да, оно имеет наинизшую энергию. Теперь представим, что мы по каким-то своим внутренним проблемам, вычислительным, не можем найти именно основное состояние энергии, но мы хотим найти состояние, которое наиболее близко к этому основному. А, скажем, мы работаем не с полным фокусским пространством, а с каким-то его подпространством небольшим. В этом подпространстве вакуумного состояния может не оказаться. Но при этом там все равно будет некий минимум энергии. Вот у нас есть электронное гиперкровое пространство. Мы рассматриваем какое-то подпространство этой штуки. И теперь пытаемся решить вот такую задачу. То есть мы хотим найти минимум энергии надеемся, что оно будет как-то близко к... То есть, если мы хорошо выделим пространство V, то, возможно, оно будет близко к тому состоянию, которое истинно вакуумное. Если мы плохо выделим состояние V, пространство V, естественно, мы получим какую-то фигню.
Вот. То есть основная идея вообще всех этих методов квантово-химических заключается именно в этом. Мы выбираем какое-то пространство V, берем вот этот гамильтониан и находим вот этот вот обмен. Ну, по крайней мере, для того, чтобы рассчитать электронный спектр, этого достаточно. Дальше мы можем говорить уже о молекулярной фиграции, о спектроскопии и так далее, но для того, чтобы рассчитать электронный спектр, достаточно вот этого. Как мы будем это делать? Это нам пока не понадобится. А то, что получаем энергию, будет близка к истине, это надежда или... Это надежда. Нам может очень повезти, и в этом V окажется вообще истинное состояние, ну то есть реальное вакуумное состояние. Тогда решение вот этой задачи точно даст вакуум. Потому что более низкометричного состояния, чем вакуум, не может. А насколько мы при этом понижаем размерность, переходя в подпространство? В разы или незначительно? В бесконечность раз, потому что вот эта штука бесконечно-мерная, а вот эта штука обычно конечно-мерная, потому что считать бесконечно-мерное гиперторное пространство затруднительно, особенно решая численные задачи. Энергия, которая соответствует состоянию С, я запишу еще раз, это просто вот такая штука. Причем обратите внимание, что мы базис, в котором мы пишем, ортонормированным не считаем уже. Это удобно, просто из вычислительных соображений очень часто бывает использовать не ортонормированные базисы. Ну окей, значит, С у нас зависит. У С есть компонент. С это какое-то выпуклое пространство, у любого вектора есть компонент. Мы их называем С. То есть С раскладываем каким С. У нас есть некий базис пространства. Мы можем посмотреть такие штуки. Мы можем посмотреть DE, вот DC и D, D2, E, DC и D, DCG. Соответственно, первая производная, вторая производная. И мы хотим стационарности.